Ну и в продолжении медицинской темы и чудесных выздоровлений. На передовой борьбы с ожирением теперь находится белок. Немецкие ученые доказали пользу употребления и растительного, и животного белка. Это вещество наполовину снижает жиры в печени человека. Организм оздоравливается в течение 6 недель. Был проведен ряд экспериментов с 500 добровольцев, и все эти люди страдают диабетом 2-й степени, жировой болезнью печени. У всех подопытных после эксперимента улучшилось восприятие инсулина и обмен веществ. Но остается добавить, что жировая болезнь печени – это одна из самых распространенных в Европе. Ну а в России ей подвержены около 37% населения.